Друзья, всех приветствую. Спустя 2 года депутат из Кизляра вышел на связь. Кстати, у меня была история, начатая со смоленским депутатом Максимом Барановым. Да, он у нас и был. Незаконченная с топором, короче. Он тогда сказал, когда Баранову задний дал, я хочу показать всему миру, всем людям хардкора, что такое легендарная кизлярская наковальня. На кулаках бокс, разницы нету. Пусть скажет, я тебя боюсь, Хаджимурад, и все, вот, я отхожу. Ну зачем тишину ловить? Я всегда отвечаю за свои слова и не сливаюсь со спортивных противостояний. Я всегда готов. Я готов 24/7. Отлично. Уважаемые депутаты всея Руси, кто принимает вызов, писать в личку, мы вас ждем. Ты же сам сказал, что готов боксировать. Давай закончим эту историю в ринге хардкор-боксинг. Депутат, ты же человек слова. Теперь посмотрим на деле, на что ты способен, если ты не дашь заднюю. Жду обратную связь. Кизляру привет от депутата Баранова.